Привет! Сегодня день рождения у моего одного необыкновенного друга. Сейчас я тебе покажу его, а ты угадай, кто это такой? Спрятался? А ну еще разок! Кто это? Ты увидел? Это же тигреночек, смотри! У него сегодня день рождения, и он пригласил много друзей. Им нужно помочь выбрать подарки и отнести их тигруле. Первый гость. Вот такой красивый жираф. И он решил купить своему другу пончик. Нужно помочь ему добежать до пончика. Первое задание – это окошечко. Держим ротик открыт, а жирафик бежит к пончику. Забрал! Умничка, молодец! Следующий необыкновенный гость, такой смешной чудик-юдик. Сейчас я познакомлю с ним. Да, точно, вот он, прячется от нас. Он решил подарить вот такой вкусный ананас. Давай с тобой поможем ему добежать до ананасика. Будем с тобой делать лошадку. Борода не прыгает, прыгает только язычок. Попробуем. Получилось! Молодец! Следующий необыкновенный гость. Вот такой красивый! Точно, точно! Это же носорог! Он решил купить вкусненький бананчик. Давай поможем носорогу добежать до бананчика. Нам с тобой нужно почистить зубки внутри и снаружи. А теперь внутри. Молодец! Отлично! Так, уже три гостя пришло на день рождения. Есть еще один необычный гость, тоже чудик-юдик. Сейчас тебя с ним познакомлю. Так, смотри. О, спрятался. Вот же он, смотри, даже костюм надел на день рождения к нашему гостю, к нашему тигреночку. Он решил принести что-то вкусненькое. Ну, посмотри, что это. Точно, шоколадка. Нам с тобой нужно сейчас показать красивую чашечку. Если у тебя не получается, сначала пошлепай язычок. Пе-пе-пе-пе-пе. А теперь поднимем его чашечкой. Точно! Держи чашку, пока чудик-юдик бежит за шоколадкой. Поехали! Молодец! Такое сложное задание, и ты смог его сделать. Следующий гость. Вот такой смешной поросеночек. Он очень любит пиццу и решил тоже принести на день рождения пиццу. Нам с тобой нужно сейчас присмоктать грибочек и держать его крепко-крепко. Попробуем вот так. И присмоктали язычок к потолочку. Давай попробуем. Точно! Ты смог сделать такое сложное задание. Следующий гость. Опять смешной чудик-юдик. Давай посмотрим, кто это здесь у нас. Какой-то желтенький. Точно! Он тоже надел костюм. Он решил принести вкусненький-вкусненький круассанчик. Давай с тобой будем делать парус. А чудик бежать к круассанчику. Открыли широко ротик и поставили язычок вверх за зубки. Точно! Молодец! Классно! Теперь у нас осталось еще немножечко гостей. Вот такой смешной еще один чудик-юдик бежит на день рождения. Да! Точно! Вот он такой серенький. Он решил приготовить вкуснейшую малину. Давай с тобой попробуем сейчас постучать, как дятел. Д-д-д-д-д-д-д-д-д. Ротик не закрывается, ротик открыт. Д-д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 
остался еще чудик-юдик.
И один необыкновенный его лучший друг. Посмотрим, кто это у нас тут такой? Какой-то смешной, непонятный, коричневый. А ну еще разок, посмотрим. Точно! Он решил принести тигреночку вот такое вкусное яблочко. Нам с тобой нужно сейчас пожужжать, как комарик. Нужно сделать парус и сказать звук «ж». Язычок не отваливается, держи его крепко-крепко. Попробуем. Так, жужжим, как комарики. Точно, молодец. И последний, лучший друг нашего тигренка. Это? Да, точно. Это же львенок. Львенок еще совсем маленький, и он не умеет рычать. И он решил на день рождения своего друга научиться. Давай и мы с тобой попробуем вместе с ним. Он приготовил вот такую вот красивую ватную палочку, которая поможет нам научиться рычать. Давай с тобой сделаем комарика. А мама или мы сами попробуем завести моторчик. Будем делать комарика и палочкой по язычку мотать. Попробуем. Только нужно сильно-сильно дуть. Ой, не получается. Нужно быстро-быстро. Быстро-быстро палочкой мотать. И сильно-сильно жужжать. Попробуем еще раз. Ты слышал? У львеночка почти получилось. Еще разок. Точно! А ну, тигреночек, попробуй еще разок. Точно! И последний раз. Получилось! Теперь тигреночек и львеночек умеют рычать. И они пойдут праздновать день рождения. Спасибо тебе большое! Пока-пока!